Перемирие в зоне АТО нарушается каждую ночь, США. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о регулярном нарушении тишины на Донбассе. Нарушение режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе происходит каждую ночь. Об этом в интервью газета РУ заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Нарушение режима прекращения огня происходит каждую ночь. Перестрелки, взрывы, удары артиллерией. Каждые три дня погибает один украинский солдат. Очень печально наблюдать противостояние между Россией и Украиной. Надеюсь, ситуация изменится, перемирие начнет крепнуть, а воюющие стороны будут разведены, отметил он. По словам спецпредставителя Госдепа, когда войска находятся на небольшом расстоянии, всегда есть риск эскалации. Если бы миротворцы находились в зоне конфликта и обеспечивали бы безопасность, то тогда потенциальной возможности для эскалации было бы гораздо меньше, отметил Волкер. Волкер подтвердил встречу с Сурковым. Напомним, ранее Волкер заявил, что США, Франция и Великобритания должны были сделать больше для Украины. По материалам сайта newsgro.com.